Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель по телефону обменялись мнениями по поводу силового подавления народных протестных выступлений на юго-востоке Украины. Президент, в частности, подчеркнул, что резкая эскалация конфликта ставит Украину на грань гражданской войны. Лидеры отметили важность запланированных на 17 апреля женевских переговоров и выразили надежду, что именно там удастся подать ясный сигнал, способствующий переводу ситуации в мирное русло. Кризис на Украине глава государства также обсудил по телефону с премьером Израиля Бенемином Нетаньяху. Президент обратил внимание на то, что резкое обострение ситуации стало следствием безответственной политики местных властей, которые игнорируют законные права и интересы русскоязычных жителей страны.